Спортивная база республики привлекает команды из других регионов. Зимние каникулы в Чувашии провели более 130 пловцов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Спортсмены говорят, что в республике создана необходимая инфраструктура для подготовительных сборов. И что немаловажно, все в шаговой доступности. На протяжении всего тренировочного курса пловцы посещают бассейн, играют в футбол и прогуливаются в парке на лыжах. В Новочебоксарск на зимние сборы команда приезжает уже не в первый раз. Плавание – циклический вид спорта, очень монотонный. То есть если только плавать, очень быстро дети устают. Даже не физически, морально. Поэтому нужно нагрузку разнообразить. Ну а потом они на улице слишком мало бывают, да, поэтому на лыжах мы преследуем две цели. Во-первых, оздоровиться, подышать, погулять. Нам очень нравится, потому что мы не первый год приезжаем к вам.